Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня, 19 января, весь православный мир отмечает праздник Крещения Господне, а все красивые люди нашего города собираются в красивом месте, чтобы поздравить с днем рождения драгоценную, уникальную и прекрасную в любое время дня и ночи Елену Иванову. Только за последний год в сфере красоты и роскоши она успела сделать столько, сколько обычный человек не успел бы сделать за 100 лет. Одних только фотосессий хватило на целый глянцевый журнал. Далеко не все, чем запомнился этот год нашей Елене Прекрасной. Можно только представить, сколько впереди свежих идей и грандиозных планов, а у нас прогноз погоды. В ближайшие сутки в Челябинске облачно, тучи творческой энергии прольются осадками в виде шоу-показов и фотосессий. Ближе к концу лета влияние циклона «Имидж-студия» достигнет отметки 25 лет. То есть 25 баллов. Ожидается наводнение роскоши, модные тенденции никого не оставят в покое. О погоде все, коллега. А можно без листочка? Дорогая бабочка, я поздравляю тебя с днем рождения. Дорогая бабочка, с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья и самого всего, самого лучшего, чтобы было все очень хорошо с тобой. Желаю тебе оставаться такой же доброй и красивой. С днем рождения! Мы тебя очень любим!